Острый перец, щепотку, потому что она очень острая, но несколько зубчиков. Так, сливочное масло, соль по вкусу. Как всегда, куркума. Черный молотый перец, пол чайной ложки. Добавляем кипяток. Раз. Два. 2,5 стакана 200 грамм. Включаем средний огонь, открываем крышку и варим до готовности. Я в основном проверяю, когда картошка будет готова. Баклажаны быстро готовятся. Нам надо, чтобы жидкость варилась и как бы масло выделилось немножко. Так получается вкуснее. Значит, что у меня здесь? Еще раз повторяю. Баклажаны, где-то 5 штучек. На 5 штучек баклажанов 1 средний лук, 3-4 маленьких картошки, болгарский перец, острый стручковый перец, но там щепотку я добавила, потому что она острая, кинза, чеснок, 3 помидорки, сливочное масло, соль, перец и куркума. Все, и вода. Жидкости стало меньше, уже уваривается. Теперь нам надо, чтобы немножко выделилось. Можно оставить чуть больше жидкости, кто как хочет, можно макать. Можно до того момента варить, чтобы масло выделилось. И сейчас будем смотреть, чтобы картошка была готова. Остальное это все уже готово. И крышку приоткрыто оставляем, чтобы быстрее жидкость уварилась. Все, я выключила, готово. Такая вот вкуснотища у нас получилась. Жидкости, еще раз говорю, кто хочет больше оставляет, кто хочет меньше оставляет. Мы любим вот так вот. Сюда подходит соус из мацони, чеснока и соли, либо простокваша. Вот. Но у нас вот дома дети любят очень со сметаной, поэтому я добавляю всегда сметану. Ну, а у меня все. Всем пока-пока.